Французский ученый Жак Арсен Дарсонваль, который жил с 1851 по 1940 год. Стой, нельзя так, чтобы ничего не было нарисовано. Попробуй рисовать. Зрители же на что-то должны смотреть. Попробуй заново. Французский ученый. Только надо рисовать. Французский ученый Жак Арсен Дарсонваль известен как врачам, так и физикам. И те, и другие считают его великим человеком. Ну, прежде всего, начнем с медицинской. Прибор Дарсонваля я видел первый раз в отделе фондов Политехнического музея. Это была огромная тумба, внутри которой вращались какие-то немыслимые шестеренки, и она создавала лечебные токи. Эти лечебные токи имели вот такой вот вид последовательности прямоугольных импульсов. Сейчас подобные приборы, подобный лечебный прибор делается на транзисторах,